Не возвращаю. Все это нормально, можно пользоваться. Надо сказать. Благословляю. Бог благословит это пишет. Воистину Христос воскрес. Я не готовлю. А, вот, Андрей сегодня видит. Чего ты не готовишь? Вы же видите сегодня. Почему? Ты? Давай. Я? Не, ну дашь слово, я скажу. А то я сейчас начну говорить же. Я же это, начну. Ой, начну. Ой, всем что-то сразу плохо становится. Ладно, батюшки нету, некому меня останавливать. Инна Тихонович не слышит. Простите. Конечно, мужик, это что-то там легко можно. Пускай там. Давайте, идите все. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Господь наш Бог, молим Тебя, прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо. Научи нас быть истинными, верными служителями Твоими, Господи. Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Христос воскрес! Дорогие мои, родные, братья и сестры, как я рад, что я вместе с вами в ночь, в родных пенатах, что называется. Спасибо, Христос, за ваши святые молитвы. Если позволите, я попозже расскажу о своем путешествии, которое было благословенно благодаря вашим святым молитвам. Я думаю, нам нужно проявить радушное гостеприимство. Мы видим человека нового среди нас и полагаю, что нужно дать ему слово, рассказать, кто он и что он есть. Никита, расскажи, пожалуйста. Стас. Никита Колесников, 26 лет, город Борисполь, Киевская область, Украина. Не женат, не судим, приехал сюда. Не пью, не курю. Да, не пью, не курю. Не отлучен. Не крещен. А, не крещен еще. Приехал учиться быть христианином настоящим здесь. Да поможет тебе Господь в этом деле. Какие вопросы? Спасибо, Христос. К нему. Вопросы будут позже, наверное, потому что это же ведь из места, где вот болит у нас, да, у всех. Это давно уже болит и вот уже прорывается, и в общем наша общая боль. Общая наша боль. И прямо из этих горячих мест брат приехал. Вот, конечно, мы будем к нему иметь вопросы. Так что готовьте, а ты готовься отвечать на эти вопросы. Как обычно у нас, Татьяна Кузьминична, кто у нас болящие? Кто... Болящие у нас Ника от раковицы. Ника Загуляевы, у них машина в ремонте, поэтому они не приехали, а так они все здоровы. Но больные все те же остаются у нас. Ну еще прошу вас всех помолиться со вторника за Келину.
Они там на операцию ложатся, поэтому неделю ту молитесь все за них. Ну так все. У брата есть слово. Я хотел напомнить нам, много знаем мы здесь. Те, кто, конечно, пришли, они еще кое-что не слышали. Но остальные много уже наслушались. Даже театр одного актера тут сказали уже. Игнатьевич сидит уже, молчит. Там, я так понимаю, что до театра второго актера можно дойти. Поэтому я такое буду говорить, о чем непонятное для многих. Но оно, однако, у нас есть. Я хочу сказать о чувствах. Сегодня брат проповедь нам приготовил. Но всколыхнуло она во мне чувство. Это проповедь. Брат Игорь Третьяков. И я начал думать об этом. Ну вот, праздник Пасха. Некоторые церкви, знаете, этот праздник не на первом месте стоит у них. Есть. Но у православных так получилось, что именно воскресение Христово возбуждает нас те чувства, которые смешивают покаяние и необыкновенную радость. Потому что мы же спасены в надежде. И поэтому, ну как это понять? Для сектантов понятие это, они просто убрали самые темные стороны, эти худые, там непонятные. И все, и поэтому у них такая вот, кажется, радость, такая эйфория. И прыгают они, прыгают вокруг там, ну чего-то там, стен своих там. И... Потому что не перед чем прыгать от радости. Нету еще неба здесь на земле. Небо на земле было тогда, когда Христос сошел с небес и оставил нам тысячелетнее царство. Они даже этого понятия не имеют. Что есть тысячелетнее царство, оно сейчас идет. И нужно устремиться к этому тысячелетнему царству, это есть Христос. И вот это чувство, я не знаю, вот я уже 19 лет встречаю Пасху, оно не пропадает почему-то. Но Господь так сделал, видать, вот это радостное чувство торжественности такой. Это такая суровость. И тогда понимаешь, почему Христос, нигде не говорится, что Христос улыбался там, или счастливо засмеялся там, что-то такое, как у нас любят это все. И они все счастливо засмеялись. Вот есть Петр Гилкин, книга такая, когда сектанты в Америке пришли в православие. И антиохийский патриархат их принял. И говорит, они, и мы, говорит, все так счастливо засмеялись, когда епископ, митрополит нас принял. И он открыл коробку с сигарами, и мы взяли по сигаре и закурили ароматные сигары. И ты понимаешь, почему Христос не улыбался и не плясал ничего. И нам этого не советовал. Он говорит, итак, бодрствуйте и молитесь. Крепитесь, братья. Вот радостно воскликните тогда, когда святой уже скроется. Помните, как один святой возносился, а другой видел, как он возносится. И братья, ну все, да, вознесся, давайте возврат. Нет, подождите, он еще там, ангелы его еще пока, только ангелы касаются, Христос, нету Христа там дальше. Ну все, теперь ты уж коснулся там порога небесного. Нет еще. И вот когда райские врата за ним закрылись, он говорит, все, вот теперь радуйтесь. Не смог сатана его достать, потому что жития святых показывают, стоит огромный великан. И вот души людские поднимаются, он стоит и говорит, вот так вот прям сбивает их, сбивает. И редко, говорит, кто может пролететь мимо него. Все падают. Эти 20 мытарств, они нас ведут только туда. Поэтому торжественность называется, торжественное песнопение. И самые такие веселые слова, которые есть, вот сколько я нахожусь в православии, я знаю, это когда мы поем из канона пасхального, даже не из канона, а там уже идут эти пасхальные. После пения. Когда мы поем? Пасха красная, Пасха Господня. И это всегда, даже там поют в других церквах, это всегда до такой степени, вот и как же это веселье сейчас охватит. А потом раз, опять все, и опять все приводит к воскресению Христову. Эти страдания, которые он претерпел до того как. Потому что, и кажется, вот мера его страданий Господних, она не может превысить вот эту радость, но однако она должна превысить нашу радость. Только тогда мы действительно поймем, что мы должны быть христианами. Если этого не будет, ну монахи нам немножко это дело, я так считаю, не то что подпортили, как-то затмили, потому что Великий пост идет перед этим. И вот этот Великий пост, он, конечно, располагает тоже к этой торжественности.
к этой восприимчивости веры нашей искренней именно во Христа, идти прям следовать за Ним. Потому что братья всегда говорят, когда в начале молитвы, чтобы ни направо, ни налево не колебаться. Почему? Идти царским путем Христовым, только по Его окровавленным стопам. Окровавленные не даром, они, потому что страдания. И нас только ждут страдания. Поэтому, особенно тем, кто у нас впервые, молодежи нашей, молодежи обращаюсь я, и тем, кто впервые у нас здесь, ну или редко у нас бывает здесь, не бойтесь вот того, что вы увидите, что вас не встречают там, как говорится, красные дорожки, там чай не подносят. У нас нету этого любвизма, который вы видели в других местах. Люди пытаются показать лучше, чем они есть на самом деле. Это обыкновенная история. Мы же пытаемся показать Христа, чтобы никто не затмил. Почему Игнатий Тихонович там сидит? Там многие вопросы задают там про него особенно. Но вы поймите, что он же христианин, тоже брат наш. И причем он не просто брат, у него он до духовного отца доходит, но он сам с кротостью своей и смирением пытается все это понизить планку. Ну так Господь даровал таланты человеку. Поэтому надо же понимать, с кем, ну, с какой душой рядом вы находитесь. И это, когда разговариваете, вы хотя бы, ну, называете там просто по имени его. Вы хоть внутри-то понимаете, что имя отчество есть еще у нас. Недаром русские люди придумали отчество. Там у других там просто там Мел Гибсон, вот актер там есть, Мел Гибсон, у него там 18 детей, они его все зовут Мел. Просто, ну, по имени. Но у нас это не принято было. Почему? Потому что уважение было и почтение всегда к старшим. Ну, я так думаю, что это было, наверное, не только от языческих богов. Я все-таки думаю, что это пришло именно из христианства. Потому что почтение, почитание старшего. Старший. И говорит, сын Давидов, помилуй нас. Видите, какое почтение было. А ведь я понимал этот слепой, что перед ним чудотворец, и он выше, чем Давид, понимал. Но однако он так почтил Христа, и Христос ему даровал за это прозрение. Поэтому, когда вы обращаетесь к старшим вас, вы это немножко узнаете, какой у них возраст и так далее. И обращайтесь попочтительнее, а то у нас получается панибратство, чуть не по плечу уже хлопают там. Уже старицы у нас есть, там старшие сестры, тоже поспокойнее к ним. И сестры между собой тоже, когда обращаетесь, там вот это девочки там тоже, не девочки, сестры уже. Сестры и там. И братья тоже у нас, не парнишки там, мальчишки, а братья. Младшие есть братья, есть старшие братья. Вот это вся торжественность, это все веселье наше такое православное. Ну, праведнику свойственно кротко улыбнуться. Поэтому даже вот проповедь брата, опять я к ней обращусь, там, где такие торжественные слова. Он, ну, это проповедник, он отовсюду взял прям вот торжественных слов таких. И каждый дьячок, главное дьячок сейчас, ну то есть дьякон, каждый там пресвитер, каждый там епископ, митрополит и патриарх, все там славят Христа в унисон. Такое прославление великое идет. Но это, знаете, можно две картинки сделать. Одну называется ожидание, а вторую действительность. И вот в ожидание мы туда и влепим вот эти вот слова нашего брата дорогого, который он прочитал нам. Это ожидание всего, что так должно быть. А действительность у нас, берите вот патриаршее богослужение пасхальное и немножко проанализируйте, что это такое, что творится. Народу много, ничего не понятно. Сидишь, слушаешь, слышишь, там такой гул стоит. Акустика сделана для того, чтобы поразить просто воображение. Это акустическое оружие. Чтобы человеку ничего потом после этого не хотелось. Только прийти домой быстрее куличей с яйцами наесться и все, отойти быстрее от того, что они там видели и все, что там слышали. Ничего не понятно, и главное, столько священников сразу. Ну сотни священников и диаконов, десятки, ну сотни не могут быть диаконов. Они там ходят вокруг патриарха и митрополитов. Ну, вокруг патриарха все происходит, хоровод этот. Как будто стоит великий какой-то колос, и все это вокруг него. Ходят, одновременно кадят по нескольку человек. Это мне напоминает, знаете, как Сталин придумал в 43-м году при освобождении городов стрелять из орудий, давать салюты. И вот у них то же самое. Стройно, чтобы все в унисон. Прям стоят там десятки их, одновременно вот этими кадилами брякают, они там погремушки, все колокольчики. Ну вот это вот действительно шоу и театр одного, даже пускай это сотни актеров,
Но непонятность величайшая. Мы же смеем говорить о человеке, который всю свою жизнь пронес имя Христова на устах. Театр одного актера. Да даже пускай тебе что-то не нравится, ты должен это сначала где-то вынести, посоветоваться, чем такое говорить. Поэтому я думаю, что вот эту проповедь брата, конечно, мы запомним и будем стремиться к этому. А чтобы это было, мы должны с каждым из этих священников побеседовать и диаконов. И рассказать им, что надо торжественно всем славить Господа. Торжественно. А как его прославить Господа среди всех людей? Вот надо было не там быть, а выйти навстречу людям-то. Вот это море священников и диаконов. Чтобы они вышли в эту Москву. А то 400 тысяч милиционеров собрали на пасхальные дни в 2005 году. Делали опрос. А население в Москве собралось на Пасху всего около 200 тысяч. На каждого верующего пришлось по 2 милиционера. И милиционеры сами эти сведения приносят. Им сказали, ну, чтобы не было скоплений. Сами все ужаснулись. Думали, все будет заполнено. Ничего подобного. И поэтому, если вы видите, там около Покровского собора, там кто не придет, вот мама у меня особенно. А у нас-то сегодня было столько народу, аж полный двор на Пасху. Я говорю, ну и сколько осталось в конце? Ну, в конце, правда, осталось уже там человек 50 всего. А у них там храм на 150 или на 200. Опять пусто. Даже в пасхальный день. Опять обман один. Пустота. Вот чтобы не было этой пустоты у нас, мы должны всегда встречать Пасху торжественно, как нам заповедано это святыми нашими отцами и Христом. И вот то, что брат прочитал, чтобы это было. За это надо молиться крепко и трудиться. Ну а раз диаконы и священники с митрополитами и епископами вкупе не идут на благовестие, нужно выходить нам и рассказывать это людям. Как это нужно сделать? Посмотрите на братьев, на сестер, которые трудятся. Спаси Христос. Спаси Христос, брат. Слава Христу. За слова назидательные, полезные. Да. Братья и сестры, Христос воскрес! Хотелось задать вопрос, какое-то произошло на последних занятиях нестроения. В чем дело? Наши старые знакомые там были, возникли какие-то непонимания. Что случилось? Ну, вопрос, наверное, к тому, кто проводил занятия, у кого они были, наверное, так? Я понимаю. Брат, опять тебе на вопрос отвечать на этот, что ли? Я думаю, что это ни к чему. Во-первых, сейчас сразу непонятное возникнет. То у Игнатия Тихоновича в 96-м году собирались немногие люди. Я-то, так как куда на занятия этот человек пришел, ну, тетя Алла не договаривает до конца. Наши знакомые. Это тот человек, который бучу устроил в церкви и увел оттуда пятерых, только сразу своих родных. И еще сколько после них там молодежи поперло за ними и так далее и тому подобное. Это так только немножечко сказать знакомые. Знакомые, которые чересчур нам знакомые эти люди. Поэтому там же не все были у Игната Тихоновича тогда люди. Он тогда, ну, тогда у него все не войдут, это у него дома все было. Там было человек 20, может быть, если не меньше. И все это происходило вот между некоторыми. Она, эта душа, подала соблазн. Ну, пускай не всем. Ну, вот была моя супруга. Вот мы уже двое. Она, а мы только что пришли еще из неверия. Вы это знаете. А вы думаете, это дальнее, оно что-то... Да два глаза тому выткнуть, кто забыл. Ну, кто-то забыл и правильно сделал, он забыл. Они спрашивали мне эти вопросы, задавали про хозяина, против которого все это было восстание. Я сказал, что ну, он ну, и правильно сделал, Христос тоже все забывал. Но другие-то не забыли. Вопрос-то надо поднять, потому что я думал, там покаяние было, а мне сказали, чего ты, что вспоминаешь? Ты что тут вспоминаешь-то? Ничего не было вообще, ты о ком говоришь-то? Вот, как где у нас, вот Раиса Николаевна. Я про нее говорю, какая она была. Она, я такая была. Ты что говоришь-то? Ты про другую бабку говоришь, не про меня. Я всегда была хорошая. Я говорю, а что вы ушли тогда от нас на два с лишним года? Так это просто решила сходить поближе, там где-то храм. И тут такой же точно ответ. Да мы просто переехали. Да нет, это не правда.
кто-то переехал, а кто-то и остается на всю жизнь здесь, в Барнауле. Поэтому я на этот вопрос не могу полностью ответить, надо тут всю подоплеку эту говорить. Игнатий Тихонович тоже. Нет, за то. Да не важно уже. Могу понять. Антонина попала. Ну ты это был тогда? Так, то, что я скажу, это без комментариев. Сразу скажу. Никаких послесловий, чтобы не было. Потому что слишком хорошо известно. Было, как всегда, занятие в эту пятницу у нашего брата. Вот Иоанн Златоуст говорит, мы проповедуем, не называем имен. В церкви это не называется. Вот он стоит такой-то, вот он, а он такой и есть. Это в другом месте. А почему? Этот человек делается ожесточенным и более наглым. Я вначале это не понял, потом на практике убедился, что так. И мы, говорит, врачуем незримо. Незримо, не называя имени конкретно. Хорошо, что я прочитал это в самом начале своего пути у великого Златоуста. И вот когда я в Потеряевке говорил, а тогда у меня было 4 проповеди каждую неделю, умножить на 4 недели 16, а если посреди еще праздники, до 25 проповедей, 25-30 минут каждая проповедь в храме, представьте, сколько было. И вот после проповеди подходят люди. Первый подходит Миша Никитин, знаете. Что я? Почему вы только про меня все говорите? Про тебя? А как? Да вы говорили там про машины, одну покупают, там вторую. А вы ничего в машинах не разбираетесь. Я говорю, я жил на квартире у человека, который ремонтировал машины. Ну и походи я это видел. А я не знал. И там был священник у нас, Александр Желтухин. Он подошел, говорит, Миша, а я все думал, Игнатий всю проповедь против меня говорил. А я никого не имел из них в виду. Вот почему это врачевание незримое. Ну, раз, говорит, сам вылез и начал говорить, как говорится, на воре шапка горит, иной не выдержит. Владеющий собой лучше завоевателя города. Говорилось тогда, когда были стены вокруг городов, и нужно было ставить лестницы огромные. И лестницы эти сталкивали, в кино показывают, как люди падают с лестницы. Ну, видели, когда старинные фильмы, вроде «Трое». Вот. А кто владеет собой, даже виду не подаст. Это очень сильно. Я вспоминаю один фильм, показывали про старик слепой ходит, и его маленький пацаненок водит. И он ходит, а он работал на советских в Афганистане. И те... Как так? Так делали тайно, и вдруг все известно. И один из них такой грамотный, он высчитал его. Ну и привел, когда на расправу, мальчишка стоит рядом. Мы сейчас проверим его, слепой, не слепой. Поставил его, а тут 2 шага и дальше пропасть. Так, 3 шага вперед сделай, посмотрим. Ну, человек, который видит, что перед ним пропасть. А он даже ни слова не говоря, шагнул и полетел в пропасть. Другие говорят, ну, значит, не он, это был настоящий слепой. Другой прикидывался глухонемой. Он подходит сзади, выстрел, он даже не дрогнул нигде. Я раньше видел, как грабили для революции, Камо был такой. А потом он прикинулся сумасшедшим. Сошел за сумасшедшего, и тогда пригласили светило немецкое. И стали испытывать его. Железный прут, вот такой вот, нагретый до бела. И ему по спине начинает вести. И он даже не показывал, смотрит, зрачки у него вспыхнули, растворились на весь глаз и опять сжались. То есть это от него уже не зависит. Но он не сказал, да. Если это сумасшедший, ему разницы никакой нет. У него атрофированы эти мышцы, нету. А он увидел, как зрачки буквально на весь глаз раздвинулись. Вот нужно владеть собою. И вот пришли с занятий, хорошо, что наш... Дядя Вова, как Путина называют, Владимир Владимирович. Так как Владимир Александрович, он все это заснял. Я просмотрел не однажды. Я не буду называть, кроме где нужно уже, без этого никак нельзя. Я участник всех тех событий, про что там говорилось, из-за чего это было нестроение. Это первое занятие, которое я притормозил, но уже 2 дня я его не выставляю. Мне нужно сначала было разъяснение дать. Ну хорошо, что сестра спросила. Дело в том, что результат превысил ожидания. Результат превысил ожидания, я скажу в конце. Считает, сотворите достойный плод покаяния. Как лучше. Брат начинает объяснять.
Ну и, как говорится, берет быка за рога. Раскаяние настоящее-то, а вы вот поносили, вы тут такое сделали, вы покаяние принесли, а мы ничего и не имели. Нет, вы говорили, а речь идет о том, что обо мне говорили, какими словами меня называли и поносили тогда люди. Я прошу без комментариев никому не добавлять ничего, потому что здесь проверять на 100 раз можно и придем к тому же результату. Потому что главной той фигурой оказался я. А меня судили. Были они здесь. Была Тоня Гладких, приходили на занятия. Знаете ее тут, кто был. И Нина Долгова. Это старые наши друзья. Тоню называли правой рукой Игнатия даже. О ней тут написано, для слова Божия нет уз, как ее допрашивали. Муж у нее был милиционер, какие были конфликты. Я коротко могу даже это сказать. Ну вот здесь брат и говорит, я слышал, как вы поносили. Один из братьев, которые здесь были на занятиях, про меня идет. А вы принесли покаяние, а соблазн какой был? Ну, руководил, скажу, что собраниями, как будто бы наш брат Сергей. Ну и ситуация сразу вышла из-под контроля. Она вышла из-под контроля по простой причине. Не умели владеть собой. У нас в лагере раньше было людей много. 120 детей. Один раз на костре было даже больше. Одновременно слезли 72 человека только с поезда. Времена были другие, ехали. Сейчас везде все пооткрывали, лагеря тогда не было. И вот приехал один. Он только что обратился, военный следователь из КГБ. Меня ему прикали в КГБ, какого человека погубили. Теперь он священник. И он говорит, так далеко ехать с Украины. Мы, наверное, лагерь у себя образуем. Все записал, уставы наши, все. Но тут случилось, у меня были старые обрядцы Ростова-на-Дону. Она пожилая женщина, с сыном приехала. Сын чем-то очень похож на нашего нового человека, вот Никиту. Высокого роста, маленькая бородка вот такой вот. И они заспорили с одной, кто знает, у нас была женщина одна, Валентина Романовна. Да. Интересная женщина, кандидат наук была. Обратилась и поехала в монастырь. В монастыре ее поставили не что-то, на циркулярке доски пилить. Она отсюда подает, совершенно нету. И она как доска идет, она эту доску так вот давит, и она сучок в сторону, она туда, и руку мгновенно, кисть от правой руки отскочила в ней. Вот отвечать-то будет, кто ее поставил на такую работу. Но она все это зажила, она левой рукой научилась писать. И она с этой старообрядкой столкнулась, что их там было. Ну, такое, что невозможно так. Я прикинул, что значит практика, опыт. Он никакими грамотными листами не заменяется. Я отвел ее в сторону и сказал, у тебя и грамота такая. Ну, ты видишь, старообрядка замкнута. Они живут все время как в резервации какой. А в одной палатке тогда палатками ставили мы. Ты подойди, попроси у нее прощения. Тебе это легче сделать. Ты это все знаешь, там с академиком Эверинцевым встречалась, и где только ты не была. Попроси у нее прощения-то. Пока она там крутилась, я с этой старобрядкой начал работать. Это грамотная такая. Ты видишь, как калека какая. Бывает, и сорвется где-то. Ты как многому можешь у нее научиться. Она грамотная, она знает, как подойти к детям. Но ты могла бы, она упертая, она первая не идет. Но когда та первая подошла, и это склонилось. А этот-то брат уже посмотрел, когда меня отозвал и говорит, нет, лагеря у нас там не будет. Почему? Я бы никогда их не примирил. Я бы их обоих, говорит, отколошматил и все. Ну, присели, еще будешь-то ее. Потрепал я, как Жириновский-то, за волосишки, да, об стенку. Ну, может быть, не так было бы. Вот здесь ситуация была примерно такая же. У брата были добрые намерения, но он стал называть имена. Имена тех, которые сидят здесь и которых нет, и их зятя. Один из детей стал священником. Слава Старков. В Деревке он был где. Речь-то тогда шла о чем? Что будто бы они меня назвали там такими словами, которых мне никогда никто не говорил. Может, поза глаза и говорили, но я не слышал. Поэтому если я сказал, что не говорили, поэтому на этом остановиться надо. Не говорили. Почему? Я скажу почему. В первую очередь эти люди были близкие, и когда я сидел, они всячески старались помогать. И когда я вернулся из тюрьмы, из лагеря, они были друзьями и были близкими. Но случилось то, что здесь познакомились близко с католиками. Виноват-то во всем я. Разрешаю ходить к баптистам, к иговистам, к католикам. И они пошли двое-трое, тогда был Муравлев и Игорь.
но они перешли ту грань, которую нельзя переходить. Они с католиками стали браться за руки. Ну, скажи, брат Севастьян, было же такое там? Да-да, свидетель был это. Мне сообщил, затрубил тревогу Игорь Третьяков. А тогда был Роман Сало, у католиков, ксенс, ну как священник. Очень грамотный, очень обходительный человек, его в Канаду направили потом. Перед католиками наши священники с академией будут пасовать. Как много они знают, как себя вести. Это высший класс, хотя он потом мне сказал, говорит, вы знаете более ранее, а сегодня не такие они уже. Но здесь было именно так, я воспротивился. Они начали хулить уже православие. Тогда у Тони я сказал, с ними есть вместе нельзя. Это уже ересь, они впали в ересь. С ними есть вместе молиться нельзя, а она мать дочери-то и зятю. Условие-то непростое. А тут привезли как раз изображение, там, статую Фатимской Богоматери. Вот. Для слова Божия нет уз, надо прочитать всем. Я сразу откликнулся большой разгромной статьей. Там трагедия или надежда России. Это бесовщина. Бесы явились. Никакой Богоматери не было. Я собрал всю литературу, кто об этом говорит, и все. Сверху падали волосы, а они теперь, говорят, лепестки ростом и прочее. Все снимки, а то в это время оповестили, что она явится. Там, говорит, кинооператоров сколько было. Все, Ватикан изъял, нигде по сегодняшний день нет. Что изымать-то, если Божья Матерь-то? Ясно, что рогатый явился там. И я это им сказал. Тогда статья была здесь. Но Игорь, этот, Муравлев, он до конца шел, пошел. Это я между делом так. Было из-за чего им заволноваться. Кто-нибудь не отошла. Виноват я. Но виноват я по канонам сделал. Так было. Вот у меня сидит сестра Алевтина Пантелеевна, и она это знает. Я все это знаю. И вот здесь этот брат, он, конечно, в то время там не был, он ревновал о правде. И слова его были верны, но поданы были абсолютно неправильно. С названием имен, и прямо от них требовать дожать до покаяния. Ну, если бы речь шла о том, что сегодня к вечеру умрут, они бы это поняли, они поняли, лучшего врача искать не надо. Но здесь никак. В первую очередь, эти слова не были говорены ими. Он говорит, я их слышал. Хорошо, я не слышал, но я в то время хорошо слышал. Первое. Второе. Я всегда рассуждаю гипотетически, то есть по возможности. Могли ли они сказать? Не могли. Эти люди, с которыми мы ели, пили и молились много лет. Так, ты как думаешь? Я так же думаю, что не могу. Так же. Это все. Но дело-то пошло вот в чем. Здесь нашелся один человек, который тоже не владеет собой. Он первый засуетился, поднялся. Да как ты? Никто его не спрашивал. Она в чужую ссору стала вмешиваться. А кто вмешивается в чужую ссору, написано, пса хватает за уши. Ну, хорошую собаку схвати за уши, без руки останешься-то. И она никаких сразу поднялась. И... уходить. Зашевелилась. И в это время, вот еще можно было тормознуть. Если бы я там был, там бы не было. Я поднял руку, вначале пошло наперекосяк. Доброе намерение, неправильно поданное, и оказалось больным не на пользу. А раз она вышла, а эти двое сидят здесь, и они зашевелились. Он требует покаяния. Та говорит, да не было этого покаяния. Что ты выдумаешь, ты что? И по лицу даже видать, искренний человек говорит, у нас остались по сегодняшний день с ними хорошие отношения. Не было этих слов. Не было. Слова нехорошие. И они не могли этого сказать. Не могли. Просто гипотетически. Я просил без комментариев. Но если бы даже это и было, раз я говорю нет, значит заглажено и нет. Без совета со мной не надо было поднимать. Почему? А результаты? Результат такой, они вышли. Вышли, но им надо теперь уколоть того, кто это говорил. И уже дверь закрыла, одна открывает и говорит, а ты находишься вот в трико. А Игнатий никогда в трико не кирпичке, и опять дверь закрыл. То есть ничего нету, она, ну, как раз решила еще и плюнуть. Дело в том, что все это записано у меня, я задержал это. Я несколько раз проигрываю, там они не замечали, а тут-то все это видно где. Теперь она приходит домой, она говорит тому, кто стал священником, который поносил, боролся против лагеря, что он тут делал. Ну, просто беснование было у него. Я уж за кадром это все. А мать-то не выдержала, сказала дочке. Ну, а дочка она здесь. Эта дочка уже в течение субботы разнесла дальше. Подходит ко мне уже сестра одна, и гляжу, другая, уже понеслось. А почему так говорил, да грубо, да куда это? Я не могу ничего говорить. Владеющий собой лучший завоеватель города. Никто не владел собой.
а который должен был ситуацию выправить, он только руку поднял и так застыл с рукой. Он еще, да, еще он мог дальше это сделать. Потому что с самого начала те, которые призваны были молиться, они не молились. Каждый думал настоять на своем. Я сказал, не было этого, и забыть не было. Не было. А как? Искушение. Но я видел. Ты видел и не поверь. Святые говорят, этому не верь. Неоднократно было видение. Вот он видит. Ну, брат встречается, монах где-то. А потом видит, идет, они грех творят. Ему в келью протянет, взял ногой, пнул. Да, Господи, ну сколько же мы хоть с дороги-то у нити пнул? Смотрит, сноп лежит. Сноп принесенный с поля, который надо молотить было. Он перевернулся, сноп лежит. Сатана все может показать. Вы вспомните Иоанна Новгородского архиепископа. Не раз видели, то ленточка у него, то от каблучков там, шпильки там остались на земле. И, наконец, решили братья прийти, ну прекратите, там как, монахи, такое благодеяние. Они к нему. Она выскочила раскудлатая, ах, их, за келью. А ну, братья, ну что тут, тут поймаем. Ну, выскочили, я не там, дыра в песок, ушла в преисподнюю. Ну, они знаете, что его. На плот, по Волхову. А плот-то поплыл в другую сторону. Ах, отче, прости, да пошли вы. А плот туда дальше. Потом это архиепископ будет. На демоне будет верхом летать в Иерусалим. Вот здесь и подошел лукавый и все искривил. Не было смирения ни у одного. Сидела там наша сестра. Ты была? Была? Татьяна была. Она молча сидела и вот она выдержала. Еще была новая сестренка у нас тут вот. Лена была, думаю, вот для нее-то вы и показали. Но она все рассудила правильно, видите, вам не безразлично. Она ухватила самое главное, что брат это сказал, что если грех тот погряз, а вы виновны в гибели людей, так принесите покаяние. Ты делал это явно, а почему решил меня тайно выпустить? Аминь. Вы знаете, как у нас это в Румынии было, когда они нас хотели выпустить-то. Мы молились, стояли ночью-то, Николай знает где-то. Я говорю, помолимся, в кабину зашли, больше ничего не надо. Закрылись шторками, и вот подходят все документы вам здесь. Я еще пошел старший, кто звонил в министерство, ночью звонил, в субботу. Никуда не звонил-то. Никого нигде нету. Не пускали нас явно, а хотели выпустить тайно. Ну, я тут просто попутно сказать. Вот что это было. Вы на будущее, я попрошу вас, если возможно, не заступайтесь за меня. Это очень опасно. Здесь враг не оставляет никого. Я неоднократно говорю, да я же за тебя, я просил и умолял тебя, никогда за меня не заступайся. Не надо, мне это не поможет. Слишком много за мной стоит мне, и не поверит никто, что я такой кроткий и смиренный. Ну, зачем это обманывать-то? Потому что где нужно, я встряну, где нужно, я и промолчу. Могу мечтать, даже я 3 месяца молчал, ни одного слова, ни одного, даже Ани сказал. И все считали глухонемой, как есть такой фильм, там, немой. Вот. Зачем сестра соскочила, ушла? Я ее уже провел допрос. Не знает. Не знает. Но мне бы свое интересно выразило, как было. Просто, ну, никуда не годится. А другие засобирались, и теперь-то мы смотрим это все. Я даже не знаю, стоит ли это выставлять в интернет. Все говорят, не надо. Ну, после этого пояснения, то я вообще никогда ничего не прячу. Ну, я послушаюсь, не выставлю. Там занятий-то не так и много было. Так, я говорил без комментариев. Почему? Потому что здесь продолжение будет то же самое, как керосин, бензин подливать. Из-за меня. И брат, заботясь об авторитете, как говорится, начальству еще в народе, или как назови там, вовремя нужно было остановиться. Нельзя называть, нельзя было говорить. Это его была ошибка, двойка с минусом. А у этих совсем на нуле и на минусовой поехало. Как это так бросить? Кто-то дал указание, будто бы патриарх Кирилл, когда Александр Глебович Невзоров где-то, и если он там окажется, священники, чтобы не беседовали, а встали и уходили. Это так передают-то. И вот в это время беседа идет с Чаплином, и вдруг появляется Невзоров. А там священника 2 или 3. И они все сразу встали и пошли. А в интернете, я когда увидел, ой-ой-ой, что они делают? Это же все будет истолковано против них. И завтра, смотри, какая энергетика у Невзора. Это черные демоны-то как соскочили. Их как вымело оттуда. Ну ты мог это маленько. Неужели у патриарха на это не хватило рассуждения-то? Нельзя этого делать. Даже не так посуди сам о себе. Это не выход.
Тебя любой осудит за это. А что ты соскочил, вышел? Бывают депутаты где-то, мы не согласны. Не согласны, выслушай, запиши. Почему? Не молятся, один ответ. Если он не так говорит, в это время усиль молитву и призови на молитву. Это были все верующие, и все бы стали на молитву, и в самом начале искра была бы погашена. Но получилось не так. А теперь уже не остановить. Теперь эти сказали другим, другие другим. И там это 2 дня только прошло, реакция уже куда пошла. А там они, поверьте, добавят не то, что я говорю. Это как показывает сестра. Начнется наматывание. И те, которые были на занятиях, они ничего вперед этого не смотрели. Мне нужно сейчас дожать до покаяния. Покаяния никакого не было, да и не за что было. А если бы они были виновны, так дело прошлое, я сказал, этого не было. Не было. Просто не было. А не было. Я главный, исковое заявление я могу подавать. За меня никто не подаст. Я оскорблен был, а ничего не было. Почему? А меня нельзя оскорбить. Я у Златоуста научился. Если я благодарю за нападки врагов, то врага нет, это благодетель. Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда, когда вас гонят. Я могу похвалиться тем, что у меня есть друзья, много друзей, и у меня есть враги, много врагов. Это означает, что я не безразличный. Но враги, которые были натравлены священниками, они выходили в Покровский собор, я только вышел из храма, они падают на колени, меня хватают за ноги, плачут. Прости нас, мы-то думали, как... А чем взяли? А ничем. Ничем. Я просто знаю, которые злословят, я теперь кручусь возле них. Что бы им сделать, помочь? Лежу снег на крыше, они рады. Дрова у них, мы с пилой испилили там, ну, гляженая, валенки растрепанная, у меня все с собой, я в этот же день починил, обул бабку-то. Настоятель узнал и говорит: Игнатий, нельзя этого делать, ты ни солнца всех не обогреешь. Почему нельзя, сколько мог? Но враги делаются друзьями, притом бывает очень быстро. Одной початкой мыла в Андроповского, когда это за квитки-то стояли, можно приобрести было соседку. Повторяю, без комментариев, чтобы я закончил и к этой теме не возвращаться. Не возвращаться. Я вам мог показать, даже если было сказано, но, повторяю, даже гипотетически я не могу допустить. Этих людей таких слов не говорили, не знают. И они по сегодняшний день остались верные. Верные, очень добрые отношения. Прекрасные просто. И дали молитву, и мы все это обеззаразили. Мы все время молимся друг за друга. Хочешь узнать как? Вот вторая Нина, она как бы менее такая активная, она узнала, что я нуждаюсь в деньгах, и меня не может найти. И думает, где же его найти? А работала она в трамвайном депо. Я вообще туда не захожу. И вдруг я подхожу к окну, и что-то надо было спросить. Она выходит. Да как, я же только сегодня приготовила деньги, тебя еще отдать. А я вот он, карман раскрытый. Это означает, на молитву отзывается. И вот о чем говоришь, часто люди говорят... Вот думал, говорил, где это найти? Первую проповедь, а 1300 проповедей у меня. Открывай, прямо на том месте, с половиной проповеди, первые слова, о чем мы говорили. Я говорю, что с кровати не упал. И это тебе один раз, но уже больше 10 раз. И говорит, не какой-то там темный человек, а который преподает в академии мирской, одновременно в университете и ведет занятия при епархии. Ну, это человек, который эмоциями своими владеет. Он говорит, и каждый раз... С женой идем, говорим об этом. А как этот вопрос решить сегодня был? И вдруг, говорит, включаю с толкованием 28 главу, вы с Виктором там сидите, беседы. Именно на этом месте первые слова. Что это делает Бог, отвечает на молитву. Здесь в этот момент в беседе первых слов не нашлось. Почему? Не молились. Так, кому я подал соблазн этим, я у всех прошу прощения. К этой теме не возвращаться. Очень прошу и умоляю за меня нигде никак не заступаться. Этого не нужно. Если мои труды как подтверждают это, нет, а если в сомнении, скажи, надо его спросить. Мало ли еще, за человека как ручаться. Вот в данном случае этот наказ мой не сработал. И получилось обратное, лучшее наказательство. Заступился с братом с самыми лучшими намерениями. А получилось хуже некуда. Получилось, говорит, как всегда. Как любил Черноводин. Игнатий Ильич, вы неправильно все скомментировали. Я вообще за вас не заступался. Ну, я причем слышал. Здесь вы про себя все рассказали. Да, я скажу. Я этого комментария я даже и комментировать брат, не хочу. Без комментариев, я же просил. А это не комментарий к вам. Вы ничего вообще не то. Вы неправильно ничего поняли. Вы неправильно поняли. Я разговор шел о Славе Старкове, моем друге и да. Брате нет, во Христе, а не о ней. Решила.
Игнатий все. Тихонович, она была катализатором того, что сейчас. Он ушел. Я это была последняя встреча моя с этим братом. Но там слова прозвучали именно в мой адрес, я за них беру. А про это я не говорю. Потому что как раз все это... Так, ну давайте мы не будем об этом говорить. Я 5 раз повторил, без комментариев. Я вас не защищал, еще хочу рассказать. Я Игнатия Тихоновича не защищал. Не защищал, я знал, что он это скажет. Так такие гневные, гнусные слова говорили. Это аминь. Что я слышал, то слышал. И есть еще свидетели. Поэтому все, на этом я прекращаю. Может быть, и есть где-то. Есть. Где-то, но у меня нигде их нет. Я людей знаю, я говорю, гипотетически даже просматривая жизнь, они никак не могли сказать. Для этого были веские бы причины, но чего-то не было. У нас отношения всегда были хорошие. Я тебя не завиняю, показываю, где можно было по-другому маленько сказать. Аминь. Не спаси называю Христос. Имена. Ты знаешь мои отношения к тебе. Спаси Христос. Доброе, да. Я еще раз говорю, простите меня. И никогда за меня не заступайтесь. Еще маленькое хотел слово сказать, если уж разреши. Да, ну что? Вот некоторые бывают чрезмерная привязанность к больным. Особенно к родственникам. Даже остаться здесь никак. У меня болеет дочка, у меня мама болеет. Почему у нас у матери живых детей было 10? Мы ни разу этого не слышали. Бабка лежала больная, 90 с чем-то лет, мамина мама. Ну детей-то 10 живых, это не один ребенок-то. И никогда не было, чтобы мать как-то из-за ребенка не пошла на работу, да и даже вообразить это было нельзя никак. Двое умерли, ну заболели, умерли. Ну как квочка там похвохтал, цыпленок потерялся, ну и все на этом. Здесь, скажи, прямо мрут, родится калека, глядеть не может, глаза в разбежку, голова в 3 раза меньше нормы. Почему? Потому что скандалили, я уже в интернете выставил, а там Малахов это, пусть говорят. Знаете? Очень нет. Хороший, сильный такой ролик есть. Я там выставил такое объяснение. И вот там калека, ребенок не говорит, не может, не двигаться. И она над ним тешится. И там в студии спрашивает, ну тебе Ирина помогает как-то? Помогает. В течение года только он отдал. Он юристом работает. 1,5 миллиона. Все так ахнули. 1,5 миллиона, так это же деньги-то. Ей надо значит больше. И она тут же в студии, это Малахов, такой воздержанный, на вся еврейская программа-то. Какие они умницы все-таки. Он предупредил ее, если так дальше будет, я вас просто выведу отсюда. И он подошел и сказал, покинуть студию. Просит ребенка, дай отцу, отец сидит здесь, она не дает. А ребенок текут слюни, и она в рот ему дает, и проглотить не может, ложкой надо проталкивать. Ребенку уже 2 года, зачем он нужен? 3 года. За это время уже 3 здоровых детей родила. А почему она питается? И все говорят, он не нужен не только для этого. Для чего он нужен? Он не... Врачи говорят, никогда он не будет нормальным человеком. А она, у тебя кто-то где в родстве, отец ли кто болел? Он говорит, никогда это не было, чтобы вот такого-то не было. Нет, болел. И связали врач, кто лечит, и говорит, 400 причин, которые ребенок может таким родиться. 400 причин. Это там доктор какой-то, она лечит, и деньги там дает. И она все, давай прыгать, прыгать. Он ничего не может делать, не понимать, глаза куда-то. Ну просто не лягушка, и говорит, не поймешь, кто родился, как у Пушкина написано. Что делать? Надо научиться любить и давать умереть. Не надо чрезмерно. Дети верующие были бы, было по-другому. У меня близкий помогает мне юрист, он умирает. И потом мне жена его говорит, как он умер. Он умер. А дети, там эти утюги, там большое напряжение дать, его буквально подбрасывает. Минута, вторая, третья, полчаса, я говорю, дети, оставьте его, он умер. Умер, ну не трожь, это уже труп лежит. Ни под каких, они все знают, но не знают, как душу возвратить. И она взмолилась просто, дайте детям умереть спокойно. У меня мама болеет там, или что-то. Отдыхай здесь. Отдыхай. Это уже вошло в практику. Под именем больного куда-то идти. Не надо этого. И больной никогда не выздоровеет. Чтобы они надеялись на Бога, а не на тебя. И ты все время дома-то не сидишь, ходишь на работу. А здесь 2 часа и уже засуетятся, куда-то бегут. Не надо этого делать. Доверьтесь Богу. Он заболел, ребенок. Окажите ему любовь, внимание, накормите. Не проглатывай, значит еще не надо, помер. Поэтому здоровый такой народ был. А сядь одни больницы. Всех надо диспансировать. Не надо. Дайте умереть спокойно больным. Вот это слово просто, оно мне назрело, я в интернете, другие ролики разбросал везде. Болен, здоровый, нормальный ребенок родился, бывает недоношен. Надо барокамеру, надо все, что как сделайте. Но дальше видно, что он никогда не будет ходить, он не может глотать. На 3 года он еще сам не проглотил. Зачем? В природе везде все это умирают, погибают там или сдыхают как-то.
Я знаю, как это можно обыграть, что я говорил, а жестокий, бессердечен и прочее. А у нас голубь, вот тут он без крыла, зарежь кошкам отдай, мне сразу, какие вы жестокие. Голубь жестокий, я в один день 300 голубей зарезал. Почему? Селекция идет, это везде так, во всем мире. Я определенную породу вывожу, поделенную перушку, ну как, скотина, это везде, любой зоолог знает. Зачем идолопоклонством заниматься? Вы ищите друзей, которые могут вам помочь молитвенно. И это Бог полагает. А это жестоко, скотину резать. Это Бог назначил. И не надо из этого игру устраивать. Пришло время, барашка колят, быка ведут, потом колбаску делают. И благодари Бога. И мы точно так же для червей. Смерть нас колет, потом червям относят на десерт. И все. Пожалуйста. Спаси Христос, Игнат Тихонович, за ваши слова, нравоучения, за научение, чтобы мы умели владеть собой, учились владеть собой. Это не просто уметь, это искусство. Этому искусству нужно долго, кропотливо учиться. Учиться и много учиться. И с долготерпением. И еще за научение, что нужно быть благодарными. Благодарными за все. Благодарить за то, что есть враги, и благословлять врагов, благословлять проклинающих. Не далее, как позавчера, ко мне стучится дверь. Я даже вначале думал, что, Господи помилуй, неужели Валентина Павловна стучит? Она обычно так стучала в дверь. Спрашиваю, кто там? Нина Федоровна. Это подруга Натальи, которая как раз первая ее увидела. Первая увидела ее в ванной, Валентину Павловну. Открываю дверь, заходит. И начала мне повествовать, какие у нее беды. Что она больна вся вот и телесно, и духовно, и там ее бесы мучают, и явления всякие, и все прочее. Я пытаюсь с ней разговаривать, убеждать, что нужно вот так вот молиться нужно, что нужно... Что-то, может быть, у вас не раскаянное есть, но вы покопайте себе, но я-то... Вот я пришла к вам, к патологу, а там, потому что врачи ничего не знают, они ничего... Вот только единственный врач может... Вы уже вот... Ну, вскройте меня уже, я говорю, ну, правильно, вскройте меня, чтобы узнать, что у меня там болит. Да абсурдно, ну, она, конечно, так, в шутку вроде как, да. Но, тем не менее, выясняется-то, что у нее есть единственный сын, которого она родила для себя. Вроде... И теперь она над ним вот трясется, о чем сейчас сказал Игнат Тихонович. Она боится, чтобы ее кто-то там, сына, словом каким-то не обидел. Не говоря о том, что она готова всех разрушить, всех стульями убить, чем угодно. Ну и о чем можно говорить? Ну вот отсюда, я говорю, вот вы здесь и ищите, вы прощаете всех. Вот благодарность Игнат Тихонович, что он научает нас этому прощать. Как он прощает? А он подражает кому? Иисусу Христу, он подражает апостолу Павлу, который говорит, а я говорю, любите врагов ваших. Так что вот так, вот прямой, вот живой образец, как можно довести себя, не имея раскаяния. Она ходит, она причащается, она молится, много молится. И причащается. Я уже, говорит, исповедовалась и причащал уже сколько раз. И за пост уж много раз. Вот только что пост закончился. Братья вот нам читали проповедь. Если нет плодов покаяния, нету прощения, ну а что? Даже молитва, Отче наш, прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Ну какому Богу тогда мы молимся, если не прощаем? Прощение... Смирение, значит. А сатана, он не любит, прежде всего, у него нет этого материала. Когда Иисус Христос говорил, Отче, не вмени им греха этого, быв распятым уже на кресте. Это трудно, но этому нужно научиться. Ну а теперь, если позволите, можно в двух словах сказать, а можно чуть побольше. 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 Если в двух словах, благословенно было мое путешествие, благодаря вашим святым молитвам, вот начиная от порога и кончая опять порогом.
дома? Подробнее. Ну, во-первых, это был сертификационный цикл, то есть я должен был получить бумагу о том, что я могу работать по той специальности, по которой работаю уже больше 40 лет. Уже 40 лет вот работаю, и еще нужно, чтобы я имел бумажку, чтобы вот мне разрешили еще работать по этой специальности. Но это каждый, через каждые 5 лет. Ничего не сделаешь, такая установка. В принципе, она и правильная, потому что в медицине очень много нового за каждые 5 лет происходит новшеств. И в технике, и в науке, и во зрениях. Бывает так, что переворачивается во зрение на заболевание с ног на голову. И во всем этом нужно, так сказать, быть в курсе. Поэтому такие циклы они должны быть проходить. Значит, начиная от самого начала, как приехал за мной таксист, и мы сразу с ним стали разговаривать, оказалось, что у нас общий знакомый, его родная сестра таксиста у нас работает заведующей отделением. Ну и, естественно, я тут с ним разговаривал и о Боге, и визитка сразу, то есть уже благовестие было с первых минут, что называется. Вот. Значит, путешествие туда было благословенно, приехал я на 2 дня раньше, там в одном еще мероприятии участвовал. Значит, занятия проходили в Российской медицинской академии последипломного образования в Москве. Значит, занятия проводили, читали лекции нам от кандидатов медицинских наук до академиков, тренкоров и академиков. Занятия были разные, но большей частью полезные. Я с собой брал материал, который нужно было проконсультировать для больной, одной которой 28 лет, она зависла между гнойными хирургами и ревматологами, неизвестный диагноз, 9 раз ее уже прооперировали под наркозом. И вот я с собой взял материал, чтобы проконсультировать там в институте ревматологии. Обаятельная женщина, я специально скажу, как ее зовут и как фамилия ее. Зовут ее Стефка Господиновна Роденско-Лоповок фамилия. Такая необычная. Необычная фамилия, имя, отчество. И необычная женщина в общении. Вот такая вот радушная. Вот просто бесплатно все и вот так вот добросердечно. Она со мной побеседовала, посмотрела под микроскопом эти препараты. Мы с ней обсудили, она согласилась с моим мнением. Тут же позвонила в отделение клиническое, переговорила с заведующим отделением, которое занимается конкретной патологией этой, и написала на заключение и рекомендацию, чтобы по телемедицине можно было после дополнительных обследований проконсультировать эту больную или больную пригласить туда, в Москву, в институт ревматологии. Ну и еще один случай там уже консультировал в другом месте, в институте гематологии. Кстати, кроме того, что я занимался там вот на кафедре, где у нас читали лекции, после того, как я прослушал лекции, я еще ехал в институт гематологии, чтобы позаниматься дополнительно, в рабочем порядке, попросился, на неделю мне разрешили. И вот неделю я еще дополнительно занимался, то есть приходил уже поздненько домой. Вот, кроме того, я еще побывал в путешествиях. Путешествие самое, вот когда я еще собирался ехать в эту поездку в Москву, для меня, наверное, больше было желание побывать в Воронеже. Не столько даже вот побывать на этой учебе, сколько побывать в Воронеже, пообщаться с дорогим родным братом Сергием болящим, который уже 12 лет расслабленным лежит. Это вот, понимаете, такая радость общения, причем... Вот мы, ходящие, имеющие руки и ноги, которые движутся, часто можем оказаться более парализованным, чем этот парализованный, потому что он настолько деятельный, он настолько людям помогает и нужен всем и нам, в том числе он наш член общины. Я могу совершенно определенно сказать, что он наш член общины. Он работает на нашу общину в том числе. И мама его, они как два, как один организм. Я когда ехал туда, полный так мыслей, что я вот приеду, особенно когда Татьяна лично, мама его говорила, что вот он меня не слушается, что он меня не допускает, вот надо его помыть, он не допускает меня там перевязки сделать, там заменить катетер, там прочее. Все, не отойди, не уйди, не... Я думаю, вот мы сейчас с Татьяной Ильичной, там его и помоем, и перевязки сделаем, я ему там массаж сделаю, и там все.
Еще когда собирался ехать к нему, будучи в Москве, я собирался сделать анализ крови, чтобы посмотреть, что там у него в крови, и чтобы потом как-то воздействовать, провести антибактериальную терапию. Разговаривал с заведующим БАК-лабораторией в гематологическом научном центре. Она мне говорит: вы знаете, вот там все уже так устоялось, что его вот лучше туда не вмешиваться. У меня такие были мысли. А она меня еще больше убедила. И когда я приехал туда на место, я понял, что лучше мне сюда не лезть. Потому что они уже как один организм. Там уже все так настолько отработано, что мои вмешательства, они принесли бы только, может быть, больше вреда. Единственное, что попытался взять кровь у него, вот эту пробирочку, которую взял все-таки в БАК-лаборатории там в генцентре, и неудачно у меня это получилось, потому что, ну, во-первых, не было жгута, и, во-вторых, у него там уже такие вены, что там опытная медсестра не всегда может попасть туда, в эту вену. Но я его сильно мучить не стал, уж попросил прощения, так что вот и у вас прошу прощения, что не удалось мне этого сделать ему. Одним словом, общение с ним было просто великолепно. Мы с ним помолились. Он мне, кстати, подарил вот эту икону, которую написал для меня. Еще когда я собирался к нему ехать, он пишет иконы. Иконы большего размера, меньшего размера, великолепные иконы. Ну, естественно, все это вот в материале, что называется, делают люди. Но на компьютере он пишет, не рисует, а пишет. Он по 16 часов в день работает. Он, кроме того, оформляет наши все, вот видео это оформляет. В Ютубе все это выставляется. Это святой исповедник, архиепископ Лука, он же Воино-Ясенецкий, гнойный хирург с мировым именем, который прошел круги ГУЛАГа трижды, был награжден Сталинской премией. Это великолепный был хирург, который оперировал все буквально, от пятки до макушки. Глаз оперировал, голову оперировал, грудную полость оперировал, гениталии оперировал, брюшную полость оперировал, все оперировал. Он создавал такие работы, которые по так называемой проводниковой анестезии, уже забытые теперь. Сейчас проще всего, трубу воткнул, дал наркоз, обезболил, все. А что потом с головой? Неизвестно. Потому что по 5 часов, когда наркоз этот получает, и потом, естественно, это бесследно не проходит. А он проводниковую анестезию, он обезболил конкретное место и оперирует. Вот он пощупает вот так один лист какой толщины, ему скажут 11 листов рассечь. Взмахом скальпеля ровно 11, не больше, не меньше рассечет. Причем у него была в операционной иконы были, он молился. Вот и я хочу, чтобы батюшка осветил эту икону, и чтобы у меня на работе она была, и чтобы я молился тоже, как и исповедник Лука молился. Чтобы Господь избавил меня от совершения ошибок, которые влекут за собой болезни, страдания и смерти людей. Всегда молюсь об этом. Вас прошу, чтобы Господь меня избавил от этих вот ошибок. Ошибок, которые чреваты бывают для живых людей. Ну, если позволите, в следующий раз продолжу. Спасибо, Христос. Не кончил? А? Не кончил? Ну, потом продолжу. Нет, продолжу. Значит, Татьяна Ильинична, она очень обеспокоена тем, что он может умереть. А он готов уже. Он выражается словом «мечтаю», говорит, и знает, что Игнатий не любит это слово, но я все равно мечтаю уже быть со Христом, уже столько. И вы знаете, это подвиг. Я прошу вас всех, внесите его в свой синодик, помните его каждый день. Он член нашей общины. Самый активный член, можно сказать, нашей общины. Причем это действительно, вот смотришь на него, даже когда вот по скайпу разговариваешь с ним, в течение часа разговариваешь, не поверишь, что у него 24 часа в сутки непрекращающиеся боли. Кроме того, спазмы по всему телу проходят. Он эти спазмы, такие конвульсивные сокращения мышц,
использует во благо себе, потому что не допускает себе массаж там делать, потому что это болезненно, всякое прикосновение к нему болезненно. А это он использует, это говорит о том, что это хоть как-то обеспечивает улучшение микроциркуляции. Вот он стряхнет его, как бы вот эта волна, и улучшается микроциркуляция во всех конечностях и во всем теле его. Он показывал мне ролик, где у него, когда ему делали цистостомию, то есть трубку вставляли в мочевой пузырь, потому что естественным путем нельзя было уже сопровождать это мероприятие. Когда ему вставляли трубку эту, доверили эту операцию человеку неопытному. Он ему пропорол мочевой пузырь, сделал мочевой перитонит. Воспаление брюшины. Его еще там несколько часов оперировали. Кроме того, что оперировали его на позвоночнике, на шейном отделе позвоночника, когда он практически без... Он не чувствовал обезболивания. Вот как режут на живую, так он эту операцию все это чувствовал. У него трижды была клиническая смерть. Это сплошные чудеса. Начиная от того, как он всплыл уже синим, вот когда он стукнулся там в этом в пруду, в этой реке, вернее. И уже синий, его труп вытащили оттуда и начали его реанимировать. И это сплошные чудеса. И чудеса эти продолжаются, потому что там ноги отекут, вот течет уже жидкость, все, и молитва, и все, и опять возобновляется. Он показал мне этот ролик, когда ему зашивали вот эту брюшную полость, рану передней брюшной стенки, зашили. А вот эти сокращения, они разрываются. Рана разрывается. Это смотреть вот просто даже вот страшно. Зашьют, она опять разрывается. Уже там, говорит, проволокой зашили. Прежде чем это все зажило. Поэтому сравните вот его ощущения болевые с нашими болевыми ощущениями. Что они есть по сравнению с ним? Всегда все познается в сравнении. Вот, поэтому еще одно. У него есть намерение нынче поехать в деревню со всем этим оборудованием. У них там в деревне дом, пруд, и там такое очень хорошее место, экологически чистое относительно, насколько это можно говорить об экологически чистом месте. И кроме того, у него есть намерение креститься самому, потому что крещения не было как должно. Понимаете, о чем еще нужно молиться? И чтобы молить, и он хочет крестить весь свой дом, и маму прежде всего. Мама, ну такая вот православная, знаете, вот. Традиция. Поэтому он говорит, что нет пророка в своем отечестве, и вот хорошо, что вы с ней поговорили. Я вижу, что есть какая-то подвижка, хоть маленькая. Она в этот пост поствовала, как положено, и вот все, она как бы принимает, да. Но она себя считает, что вот у меня ничего не получается, я ничего не могу, и все, и вот недостойная. Но знаете, вот поэтому молиться нужно, чтобы Господь и его укрепил, Сергия, и маму Татьяну, и у него дочь Иоанна, Яна она, ну и в крещении как бы Иоанна. У Сергея? Да, у Сергея, у него, да. У него два внука. С ними живут еще отец Георгий Денисович. Дочь Оксана, сестра Сергия с мужем и сыном Дмитрием. Вот все собираются как бы принять крещение. Ну и я уже говорил, он говорит, я как бы привлеку серебролюбием этих священников, что они покрестят как должно. Я говорю, только ради Бога, без этого, Сережа, чтобы этого не было. Он говорит, да нет, это я просто как бы вот свою десятину предложу, чтобы он получил у меня здесь, вот в деревне. Ну вот так вот, такая вот ситуация, что... И еще у него есть задумка такая. Задумка создать фильм. Фильм о себе, чтобы предупреждать молодых людей, чтобы не сигали, чтобы не лезли в воду, не зная броду, что называется, чтобы не прыгали, чтобы не ломали себе шею. Ну и кроме того, главная эта мысль, что люди, которые гораздо легче были его, они давно уже ушли, которые вместе с ним были в больницах, лежали, их давно уже нет. А почему все происходит? Да потому что он с Богом. Потому что Господь его хранит, и он нужен нам, он нужен многим еще людям, которых можно наставить на путь истины. И вот это главная мысль, чтобы была в фильме, чтобы это был
главный рефрен в этом фильме. Об этом тоже нужно помолиться. Уже там засуетились, эту идею поддержали, и уже работа идет над этим фильмом, над созданием этого фильма. Так что вот есть о чем молиться. Вот. Но обратный путь, он вот на такой вот, это не бумага, это холст. В обратный путь, кроме того, что он мне подарил эту икону, вот, он еще и оплатил мне обратную дорогу. Я там как не брыкался, но он никаких, я тебе оплачу дорогу. И распечатал по телефону, значит, по интернету, заказал мне билет в купейном вагоне и распечатал вот на таком холсте этот, я хотел показать этот билет, в следующий раз принесу. Вот прямо, это уникальный такой билет, что на холсте распечатанный. У него принтер. Ну, принтер, делал, у него огромный такой принтер, да, он холст, печатает, да, эти иконы там. Бумаги вот нету на холсте. Да, на холсте распечатал. Вот, дальше, была у меня еще встреча до поездки в Воронеж, была у меня встреча с давними моими бывшими друзьями, с которыми уже более 40 лет по эсперанто движению мы. И вот тут я себя чувствовал, они живут в Софрино, и там была встреча с его родственниками. Я-то думал, что я просто в их семье буду, а там еще были родственники. И вот там была встреча такая с людьми, которые исповедуют индусскую эту религию, как Володя говорил, хорошую религию придумали индусы. Буддисты, да. Ну вот, значит, они там, у них, это у мамы, этой жены моего друга, она там была в Индии, и у нее там махатма есть, и уже ее вот брат родной, который возвращался из Киева проездом. И вот получилась такая беседа за столом. Они вроде как там и принимают и Христа, и Велиара, что называется. Я пытаюсь объяснить, что невозможно принимать одно и то же. Нет общего между тьмой и светом, между Велиаром, сатаной и Христом. Ну и вот такое, я это некоторые там, ну, вроде как я ощутил себя, вы знаете, в такой ситуации, что они вот вокруг такой вот, кто-то безразличен, кто-то поддерживает их, но на моей стороне практически только один Господь был и ангел, потому что чувствую, что я не говорю, и слова Священного Писания, они не воспринимаются. И начинают мне слова Священного Писания вроде говорить, да, вот о бытие даже, вот сотворил Бог там, да, вот первый день, второй день, шестоднев, это творение, а потом, значит, вот вторая глава начинается, Господь Бог, так что Господь Бог, это уже другой Бог. То есть вначале там, в первой главе там не было там Господь Бог, только Бог. Бог сотворил, и Бог сказал, что... И сказал Господь, что все хорошо, что не сотворил он. А во второй главе начинается Господь Бог. И уже все, уже у них крыша раздвоилась. Я говорю, так это же одно и то же. Это тот же Господь Бог. Как и Фома воскликнул, Господь мой, Бог мой. Вот понимаете, вот я в такой ситуации был впервые, и мне это было очень нехорошо. И вот поэтому... Благодаря только вашей молитве я вот вышел оттуда как бы вот, ну, невредимым, что называется. Спасибо, Господи, за ваши молитвы. Еще была у меня поездка в Воронеж. То есть в Тулу, к отцу Иоанну. Но, кстати, от Сережи с Татьяной Ильиничной вам поклон. И от отца Иоанна с матушкой Любовью. И их прихожан тоже поклон вам, помнят вас, оставили там след серьезный, вот, вспоминают вас и благодарят за то, что вы там им говорили, за проповеди. И, конечно, это была встреча, вот, ну, душевная такая встреча была, и поэтому все благословенно, да. Вот много, казалось бы, совпадений было в моей поездке. Ну, во-первых, вот эта поездка в то место, где я учился, она была мне дорога тем, что это было 20 лет назад. Я первый раз приехал в 80-м году учиться в Москву, в эту Боткинскую больницу, на территории, где Боткинская больница, у нас проходили занятия в бывшей часовне. И я хотел увидеть это место, где проходили эти занятия. Потом еще в 85-м году и в 88-м году я был там. И мне это любопытно было. Прошло 20 лет, я бродил по территории Боткинской больницы, огромной, там много корпусов. Искал, и нашел.
смотрю, а там храм. Храм Космы и Демьяна, бессребников российских. Где был морг, теперь там храм. А раньше там была часовня. Приезжаю к отцу Иоанну, а у него тоже. Где был морг, а потом прожарка была. И тоже храм, и тоже храм Космы и Демьяна, бессребников российских. Ну, совпадений, конечно, нет. Вот. Ну, не буду говорить много о том пребывании. Значит, прихожане, там у него два храма. Один вот храм, который на территории, вот за территорией психобольницы, огромная 1500 коек психобольница областная. И прихожане, вот в субботу я был на службе, и в воскресенье я был у них там два дня. В субботу было человек 20, а в воскресенье, ну, наверное, человек 60 было. Вот. Но, как обычно, в московских храмах служба проходит. Вот, на клиросе стоит его дочь, и дочь замужем за священником, отец Иерей Андрей, как он представился. Вот. Ну, отец Иоанн достаточно много времени мне уделил, показал мне Тулу, показал храмы. Смоленский храм меня покорил, храм такой огромный, два этажа, там особенно верхний этаж, такое светлое, просторное помещение. Ну, уже служба закончилась, мы приехали, уже служба закончилась. Потом, значит, вернувшись оттуда, я еще где был? Когда я еще был у Сергея, он мне показал ролик общения Игнатия Тихоновича с москвичами Слава и Юлия. Меня поразили эти люди, и мне захотелось с ними пообщаться. Тем более, я думаю, в Москве, ну, как бы не пообщаться с ними-то, это было бы вот как бы даже нехорошо. Я попросил у Сергия их адрес. Он мне дал их телефон, и я созвонился, да, по скайпу, я вышел по скайпу, мы с ними созвонились, и потом общались с ними в одно из воскресений. Что интересно, станция метро «Киевская». И мы условились с ними встретиться в храме Воздвижения Креста Господня. Там же и Слава, и Юлия, они были венчаны в этом храме. Вот тоже совпадение, казалось бы. Крестовоздвиженская община, Воздвижение Креста Господня, храм. Вот. Но, естественно, я пока добирался, я припоздал на службу, минут на пять, наверное. Ну, зашел, как положено. Молились. Правда, я стоял вот так, как мы стоим, да? А диакон ко мне подходит и говорит: «Отец, а что ты так стоишь, как будто тебе Бог должен чего-то?» Ну, я смиренно опустил руки. Вот, он меня так отцом назвал, да. Ну, и вот как-то мне это необычно было такое вот. А потом, когда уже вышли, мы с ними стали общаться, мы посидели с ними в кафе. Значит, она, Юля купила, значит, там чай, там что, салаты. Мы посидели, поговорили, а потом поехали в Переделкино. Переделкино, где крестят правильным троекратным полным погружением. Там огромный храм, конечно, мы в этом храме тоже побывали. Вот, и там есть такой прозорливец Илий. Все стремятся к нему попасть, к этому прозорливцу. Вот. Но мы не за этим ездили туда, вот чтобы увидеть то место, где вот крестят в Московской патриархии троекратным полным погружением. Спрашиваем, да, нам показали это место. Мы еще переспросили, а здесь крестят троекратно? Да, конечно. И маленьких, и взрослых, всех крестят. Вот. Но мы зашли туда, в эту крестильню, посмотрели. Ну, там на нас так смотрели, потому что там была только, вот, были родственники, и ребенка там должны были крестить, и мы как бы ретировались сразу, чтобы не мешать нам на нас, как на инородное тело посмотрели. Ну, мы, главное, увидели, что есть такое место. Вот. Когда мы выходили уже за ворота этой территории храма в Переделкино, подходит к нам один с бородкой молодой человек, и руки складывает, и ко мне, я говорю: «Да что вы, что вы?» Как священнику, и к Славе тоже. Вот принял нас, спрашивает нас про этого Илью, а ну, конечно, мы не знаем. Одним словом, мы с ними общались, вот просто, знаете, вот родная душа, вот просто поет. Когда вот встречаешь человека, причем такие духовные вопросы,
Они говорят, что им нравится вот это вот в нашей общине, вот эта строгость их привлекает, и того, и другого, и Юлию, и, значит, Славу. Ну, их там была размолвка по поводу того, что родственники стали этого Славу обвинять, то, что он там уже свихнулся, что он там слишком круто ведет себя. Вот. Но Юля как бы вот к родственникам стала немножечко приближаться. Ну, тут я дал наставление, чтобы она была не впереди единицы, а за единицей, чтобы это была десятка полнокровная. Вот. Ну, она согласна с этим, принимает все. Вот, просто благословенная была такая встреча, и мы еще потом общались с ними по скайпу. Вот. Поэтому помолитесь о них, они собираются приехать к нам летом, Вячеслав и Юлия. Вот. Так что вот благословенно было. И когда уже возвращался, вот просто душа поет, вот просто, знаете, от такого общения. До трех часов, от семи часов до трех часов мы с ними общались практически. Живут они по раздельности, то раздельно, теперь они, после того, как Надя сказала, что должны вместе находиться, они теперь во Фрязино и до лета, может быть, там будут в Москве. Как-то вот такие вот ситуации у них. И когда возвращаюсь я уже в общежитие, прихожу, значит, и поздравляю с праздником, значит, эту вахтершу. Она тут мне вопросы, я ей тут визитку, и опять беседа продолжается. Ну, вот, в общем, знаете, вот весь день вот такая, и не только этот день, а последующая неделя, вот вся вот приподнятое такое настроение от такого радостного общения с братьями и сестрами, которые в одном духе, понимаете, вот такое радостное общение. Вот, так что спасибо, Христос, и я рад вот теперь этому общению, продолжению этого общения с вами. Спасибо, Господи. Так, чуть-чуть добавлю. Переделкино – это дача писателей Советского Союза всем. И там мы долго искали, где крестить полное погружение, когда обратился этот еврей на ум. И там я его крестил, воспринимал. Я первый раз увидел, вот как это делается. Большой бассейн, ну не такой большой, примерно вот такой вот. Ну, вода видна насквозь, глубина примерно такая. Ну и сказал ему, ты полное погружение. А дальше не сказал, он спортивный. Ни нитки, ничего нет на человека. Вот как родился, такой и есть. Священник туда не заходит, один я с ним. А тут ширма висит вокруг, священник руку протягивает, во имя отца погрузилась. Но я ему не сказал дальше-то. Он там ноги обхватил, сидит на дне. То ли воздух он выпустил, почему его не поднимают, не пойму, сидит. Ну, батюшка ждет, и я жду. А вынырнул, когда в это время уже и говорить некогда, он второй раз ушел, опять засох там и сидит в мокром. Вот что значит, это кажется храм во имя митрополита Филиппа Колышева. Теперь об отце Сергее Козлове, парализованном. Вчера мы долго разговаривали, и он взял, попросил у меня автозапись, а другая Володя снимает. Ну, тут непорядки были ночью, всю ночь это пришлось возиться, и только утром закачал. И Сергей их обработает и вставит. Он много говорил о своей болезни, чего даже тебе не сказал. Подробно рассказал о своей биографии. И говорит, от чего меня Бог остановил? Даже говорить страшно. Я не буду говорить, чтобы сами услышали. От чего Бог... Он очень сильный был. Рост его, я не знаю, метр, наверное, 90. Да, да, да. И просто им пользовались как орудием в злых делах. Он рассказывает, я просто... Да, вот он выйдет вчерашним числом, этот ролик. Там я что-то упоминаю, как раз сидит Никита рядом, и вы это увидите. И вот он на крещение теперь говорит, значит, кто там, сестра у него готовится, еще там, он начинает 5 или 7. Где крестить? Я говорю, нужно как-то сделать, чтобы вода не протекала, вытащит, на траву положит. Его раздеть, его держать нельзя, потому что переломанный. У него 5 позвонков полностью раздробленные, разрезаны. На траве 3 раза облить полностью, а мне охота, чтобы погрузили. Где там вот? Вот такая ревность, вот эта отдача. И вот он последний день не выходил, дня два не выходит, только молюсь. Где? Как в аду был. Вот. Все, ни одной клетки нет, которая хотя бы одну минуту дала отдохнуть. И показывает руки вот так вот скручены, это вот так вот спиралью. И одна, только одно предплечье шевелится. Это вот чешется, знаете, как охота почесать-то. Я только глазами смотрю на то место, как почесать-то. Или помассажировать. Я ничего не могу сделать. Вот ездит этот Ник Войчич, рук, ног нету. Да это ни в какое сравнение надо. Нормальный, красивый мужчина, рук только нету. Фотомодель вышла за него, ребенок родился, сейчас второго ждет, по всему миру ездит. Вот. А этот лежит на вытяжку, денно и ночно, 12 лет, теперь уже скоро 13, наверное.
Это надо только посмотреть. Это то, что сказал Виктор Андреевич, это не все. Он сразу, Сергей, представьте, в электронном деле разбирается. У нас только, может, программист это. И при том он берет на себя все. Я второй сайт создам параллельно этому. Нанимают каких-то программистов с Белоруссии, с Израиля. Я просто в шоке. А сколько ты заплатил? Зачем вам знать? Сколько? Я наконец узнаю, 300 тысяч заплатил. Тысяч? Это ужас какой-то. И совершенно отдельно сделано, материалы все наши там, и теперь все раскрывается. И чужие даром не делают. Где-то. Он, хочу бороду отпустить, начинает у него все пузыриться, и кожа не дает. Но я ему говорю, что настоящие христиане, они не все равно брить не будут. Он маленько отпустит, видимо, никак нельзя, на ногах все волосы, у него все это, ну как, болит. Он вчера все подробно рассказывал, я переживаю, я впечатлительный, у меня болеть все начинает. Я воображаю, у меня всю промежность захватывает, я едва сижу, не могу слышать. Значит, его запишите во все синодники. Удивительно, Бог дал человека, он все, как будто член общины нашей, все абсолютно воспринимает. И разные встречи, сейчас тут готовят встречу, там один тоже слышал, надо крестить. И наконец он, моченых не крестят попы, наконец он договорился. Сегодня их будет крестить священник, сегодня 19 апреля 2015 года, священник должен крестить. Я радуюсь, священнику поклон передайте. И уверовала, значит, жена и теща, там один, другой, который очень добрый человек. Ну, даже не выскажешь, в прошлом году ехать надо, денег нету. Бац, мне 200 тысяч пересылает он, меня никогда в глаза не видал ничего. Помолитесь, батя Александр. Я когда порадовался, и утром сегодня опять сбросили, священник сказал деньги. Я так и ахнул. У них там какие-то затруднения. Беги оттуда, не прикасайся никак. И выписал все материалы, где за деньги рукополагают, всех извергает и предают анафеме. Да священник как бы никак. Если ты хочешь помочь, ни предварительно, ни потом, но с этим никак не связано быть. Отдавай там десятину. А получается, что крестить будет, но надо отдать деньги. То есть сегодня у нас все утро шла переписка, и они затормозили с крещением. Мы уже сегодня должны были креститься, я ждал ответ. И вдруг узнаем, что за деньги. Это вещь абсолютно недопустимая. Ни под каким видом. Никак. И при том, говорит, до этого или во время, когда крещение, причащение было, рукоположение, или после, разницы нет. Деньгами или подарками, разницы нет. Симония. Симон Волк хотел купить за деньги дары. И вот сегодня все утро переписывались, они отступили уже от того, принять крещение, все. У нас нынче может крещение быть. Батюшка говорит, таково крестить. Я говорю, сделай туда, в реку, в озеро у нас как перила и заходить. Не с этого, не с пирса-то где-то. Да каково крестить? Уже сейчас 4 заявления у нас подано. Только с общины. И откуда приезжают нынче? С Франции приезжают креститься. Это еще может последствия быть этого крещения. Другие, с Новосибирска. Вчера один звонит, я обязательно прилечу с Литвы. Там все у него католики, принял православие, креститься негде. Очень и очень издалека. Так что о будущем крещении помолитесь все, чтобы люди были готовы и во славу Божию. Ну я знаю, как за это на меня литуют священники. Тем более все это говорю. Не отрицаем благодати в любом таинстве. Но если его нет, то... Нет, не может быть, потому что его нет. Спасибо. Оля, хорошо, что побыла. Тем более Бог благословит. Зови к молитве. Можно, если не еще, спроси еще. Можно. Да меня что-то так смутило, Игнат Тихонович. Вот вы сказали, что ребенок больной, сам не может глотать, его не надо кормить. Я не говорил. Нет. Ну а как вы сказали? Я сказал так, что можно глотать? Кормить. Повторяю, этот ребенок, которому 100%, что у него будет травоядный образ, он ничего не знает, совершенно, рождается. Это я поняла. Все, и поэтому не надо искусственно все время на подливаниях, 1,5 миллиона в год тратить. Дайте умереть достойно. Молитесь, покрестите, и все. Я так и поняла. Да. Но если его не кормить, это значит его убить. Все, умрет, и помолились, и все на этом. Не вмешивайтесь к смерти под ноги, Бог сметет просто. Но если он таким родился, это разве не пропущение? Ты делай, что можно. У наших бабушек рождались, у бабки моей 14, у матери моей 12. И никому в рот не проталкивали. Умер, благодарение Богу. Это значит убийство, я так понимаю. На что ты понимаешь? Неверно понимаешь. А как еще? Да никак.
Да еще раз говорю, сейчас ставят вопрос. Вот человек под всеми лежит, если отключить систему, он умрет. И родственники решают и голосуют. Наконец, отключить. Отключили, он в этот день умер. Дайте ему умереть, он умерший лежит. Дайте спокойно умереть. Он не ходить не может, не сидеть, он ничего не может. Одни слюни текут, глаза вот неизвестно что. Надя, речь идет об искусственном кормление, об искусственном кормлении, неестественном. Естественно, кормить его нужно. Он об этом не говорит. Вот грудь он не сосет. Мать положила его, вот у нас было. Не сосет, проходит неделю, он умер, все, похоронили, еще 10 родилось. Кто это? Я понимаю. Надя, мы не к автоназии призываем, а к естественному отбору. Дайте ребенку в любви умереть. Вы его любите, жалеете. Не ест он, определенно его жизнь. Может, не случайно родился. Так, Надя, вопрос уже закрытый будет. Не, Надя, я сказал, как сказано. Это всегда было так. Не было искусственного во всей России. Повторяю, ежегодно в России прибавлялось 3-5 миллионов. Сегодня не искусственно, одни уроды. 10 уродов, 10 абортов сделало. 120 миллионов абортов за перестройку. А теперь родится коллега, и над ним начинает трястись. Глупости все это. Здоровых детей поубивали в утробе, а теперь разыгрывают. С кошками, целуют собак, носят со щенятами. Мусульмане никогда этого не делают. Заметьте, 2 миллиарда. Надя, на своем никогда не настаивают, нехорошо. Никогда, не, никогда в России не было. Тысячелетней истории. Никогда искусственно коллега, значит, не ест, все, он умер, и никто его не спрашивал. Не надо мудрее. Тысячелетия выставлять себя. А дальше-то что с ним делать? Там в Европе сейчас автоназия, как раз этот вопрос решается. Уже не надо автоназии, просто ее в любви держать, кормить, не ест, защитить, не ест. Целуйте его чаще. Ангел вопияше благодать нечистая, дева радуйся, и паке рекол радуйся, твой сын воскресит и деве над гроба. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества Твоего. Господи! Защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем, и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение. Песнопение, трапеза, занятия. Надо жечки закрывать. Сейчас, подожди секунду. Допустим. Христос на миллионы зарабатывает. Посмотрите интернет, что говорит. Христос. 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 Но что-то не 15, но не 1,5 миллиона в год.